Новости. В научно-производственном предприятии «СК Мост» состоялось открытие памятной доски с именами балашихинцев, которые погибли в Великой Отечественной войне. Имена на доске принадлежат сотрудникам Союздорнии. В прошлом – одного из ведущих научно-исследовательских институтов в сфере дорожной науки. Его воспитанники и сегодня продолжают развивать эту отрасль. Ирина Сахарова – одна из них. Ее называют легендой мостостроения. Для нас институт Союздорнии – это вторая альма-матер. Мы, так сказать, гордимся тем, что мы работали там. Именно она стала одним из основателей СК «Мост», в здании которой теперь будет находиться плита, потому что другого места для нее не нашлось. Случилось самое страшное. Института не стало не только в плане руководящего органа дорожной науки, просто не стало даже этого здания. На его обломках жители Балашихи нашли памятную доску. Когда-то она была укреплена в фойе института, как напоминание о подвиге, но перед сносом о ней забыли. Нашедшую доску горожане посчитали это несправедливым. И один из собеседников в соцсетях посоветовал ребятам обратиться в историко-краеведческий музей о том, чтобы решить вопрос, а что же дальше делать с той доской, которую они нашли. Музейные работники обратились к руководству СК «Мост», зная, что они когда-то были сотрудниками института. И мы считаем, что предавать забвению людей, которые основали дорожную науку, нельзя. Теперь доска заняла свое место рядом с фотографиями директоров Союздорнии. Жителей, нашедших плиту, отметили благодарственным письмом администрации города. Ася Каренина, Александр Спицын, Большая Балашиха Лайф. Новости.